Ученые давно ломают голову над тем, почему влюбленные становятся похожими друг на друга со временем. Некоторые и вовсе похожи как брат и сестра. Особенно ярко это можно рассмотреть на примере знаменитостей. Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе с 2005 года. Влюбленные очень похожи друг на друга. Это сходство было еще более заметно, когда Владимир носил длинные волосы. Тем не менее, похожи звезды и сегодня. Одинаковая форма носа, губ и блестящие глаза. Сергей и Матильда Шнуровы недавно развелись, но поклонники давно отметили, что они стали похожими не только по характеру, а также внешне. Форма лица, нос и глаза. Актер Максим Матвеев и Елизавета Боярская тоже имеют очень много схожих внешних черт. Прежде всего, супруги похожи тем, что обладают благородной внешностью. Глядя на совместные фото Бенедикта Камбербэтча и Софи Хантер, трудно поверить, что они не брат и сестра. Вытянутое лицо, похожие губы, глаза и манера поведения – это лишь немногие общие черты актеров. Поклонники заметили сходство в форме лица и разрезе глаз певицы Бейонсе и музыканта Джей-Зи. Роман звездной пары начался в 2002 году. Они воспитывают троих детей. Отношения голливудских актеров Меган Фокс и Брайана Остина Грина не такие идеальные, как бы им хотелось. Звезды постоянно ругаются, а однажды даже подавали на развод. Почитатели творчества звездной пары заметили сходство во внешности, поразительный взгляд светло-голубых глаз. Жизель Бюндхен и Том Брэди тоже похожи друг на друга, как брат с сестрой. Будущие супруги встретились на вечеринке в ночь перед Рождеством. С тех пор они не расстаются. Актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан познакомились в январе 2005 года. Звездная пара счастлива в браке. Возможно, причиной является невероятное внешнее сходство, а также совместимость характеров. А вы похожи на свою вторую половинку? Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.